Сегодня день рождения моей мамы. Дорогая, любимая мама, сегодня тебе исполняется 63 года. В этот день, так же и как во все другие годы, в твой день рождения, я вспоминаю все те моменты, которые мы с тобой прошли вместе. Я вспоминаю себя совсем маленьким. И помню, что ты мне запрещала все, но у меня была твоя мама. Моя любимая бабушка, которая уезжала в деревню, и где мне все можно было. Я помню школьные годы. Я помню себя школьником. И помню, как было прекрасно и весело учиться в школе до того момента, как ты стала моим классным руководителем. Потому что ты была хорошим классным руководителем, но в школе, вернее, в классе было... Из-за того, что ты классная руководительница, прикольно всем, кроме меня. Я помню взрослую жизнь, когда я стал студентом. Я помню все те дни, которые ты делала все возможное для того, чтобы я получил лучшее. И твою любовь, и твою мудрость, и твой опыт. И я помню, как ты после 6 уроков в школе давала урок, частные уроки английского языка для того, чтобы как-то мне помочь, потому что годы были очень тяжелые. Потом я повзрослел. Я окончил университет. У меня началась другая жизнь. Совсем взрослая жизнь. Ты с тобой всегда советовался во всем. Неважно, был это аэропорт, железная дорога, Академия госслужбы в Москве или мое становление в Москве как бизнесмена. Ты всегда учила меня отдавать людям лучшее. Ты всегда меня убеждала в том и убедила, что добро побеждает зло. Ты всегда говорила о том, что нужно прожить так, чтобы в этой жизни оставить след от конкретно сделанных вещей. Я прекрасно помню, когда я решил вернуться в Молдову для того, чтобы создать политическую партию, я помню, как ты была против. Ты говорила о том, что могу дальше продолжать людям, но в политику идти не нужно, потому что такие люди в политике не нужны. В политике нужны другие люди. Я помню, ты как говорила о том, что меня начнут уничтожать все те, которые меня боятся. Я помню о том, как ты говорила, что честные люди в политике никому не нужны. Сегодня я, к сожалению, не нахожусь в твой день рождения вместе, не нахожусь рядом с тобой. Очень много людей сделали так, чтобы я не мог находиться с тобой ни в Кишиневе рядом или в Фалештах, не за пределами Молдавии. Я тебе обещаю, что я сделаю все для того, чтобы со следующего года мы с тобой вместе отмечали и твой день рождения, и день рождения папы, и другие семейные праздники. Ты воспитала не только меня, ты воспитала тысячи, десятки тысяч школьников, детей, которые прошли через вас папы, так как все знают, что вы были учителями. Я отдавал и буду отдавать в жизни все, что у меня есть людям. Свою любовь и свою теплоту ты знаешь, что я отдаю тебе. Мне очень тяжело сейчас говорить, потому что выступать для меня несложно. Но вот говорить в твой день рождения с тобой, не находясь рядом с тобой, это для меня сегодня еще одно испытание. Я уверен, что все эти испытания закончатся. Я уверен, что мой жизненный девиз, что если у Бога есть на тебя какие-то планы, то все будет окей. Поэтому то, что я тебе сегодня 63, мне 40, говорит о том, что у Бога на нас с тобой еще какие-то планы есть, а значит, все будет хорошо. Я тебя очень люблю. С днем рождения, мама. Крепкого здоровья тебе, терпения. Я всегда остаюсь твоим любящим сыном и буду делать все для того, чтобы жизнь тебя
как можно меньше расстраивать. Я буду делать, насколько это возможно. Я тебя очень люблю. С днем рождения, мама. Пока.